вчера прошли со Славой. Сегодня захотел пройти этот маршрут мой сынок. Так что поднимаемся. Все выше и выше, как всегда. Не устал? Нет. Куда Надя пошла, на море? Не знаю, не помните. Уже тяжело с ней. Я в депрессии. Дочь наша чуть-чуть немножко приболела. Наверное, легкий ротавирус. Дай бог сегодня поправится. Потому что завтра нам уже на поезд и домой. Заканчивается понемножку наш отпуск. Так что скоро приедем домой. Работа. Еще чуть-чуть пройдет и учеба начнется. Поднимаемся. Фу. Очень крутой подъем. Если по лесу, можно забраться еще выше. Но мы идем проверенными дорогами. Люди тоже идут. Видно, с моря или гуляли. Потихонечку, не спеша, забираются на гору. Вот дошли до тупика, стоит последний дом. Вот вчерашний, как я назвал, тростник, но это бамбук. Ящерица. И ящерица тут. Зеленая какая-то бежала. Так бамбук. Очень красивый. Есть и сухой, средний и зеленый. Морская звезда! Ну что, вы готовы?
давайте представим наш обычный будний день. Из чего он складывается? Суета, рутина, работа, учеба. Вообще не весело. А теперь вспомните себя в детстве. Как вам было легко и свободно? Вы просто забыли, что такое быть счастливыми и жить настоящей, наполненной яркими красками жизни. Но не беда. У нас есть верные помощники и друзья, морские жители, которые всегда живут в радости и в гармонии с собой. Уж они точно помогут нам вспомнить те чувства и эмоции, которые наполнят нашу душу любовью и теплом. Так отправимся в увлекательное путешествие и соберем все краски нашей души. Ну что, вперед, друзья! До встречи! Новым приключениям! Yeah.
Пошла волна, встречаем!
Всем салют, друзья! Невероятной красоты номер подарил нам этот удивительный.
3, 4, 5, 6. Отлично, молодцы. Так,
5, а лучше 10. И нужно присоединяйся, свои друзья. Flash and fly. Прыгай и взлетай. Отлично, молодец. Моя школа. Ну, громче, друзья, но это было круто. Лично я аплодирую сегодня. На сегодня думаете, что наши ребята только и могут, что прыгать, гонять и танцевать, это не так, но очень талантливые. И могут выражать свой талант ярко и необычно, даже посредством обычных красок. Продолжаю творить. Так, возьмем красный. Что, пусть цветы растут на нашей картине. Прямо на берегу моря, а? Какая красота. Так, желтый цвет. Что обычно желтый рисует? Солнце, конечно. Не терпится вблизи рассмотреть этот шедевр. Ну что, Юля? Ну-ка, ну-ка. И что, Ваня? Ничего страшного. Ой, ребята, вблизи-то какая красота, а? Но глаз не оторвался. Вот честно, скажу вам, как эксперт. Это, конечно, не картина. Это восьмое чудо света. Второе, как вы видели, точно один, а? Полюбуйтесь. Ладно, ладно, похлопайте. Дайте воле эмоциям. Тебе весь мир у ваших ног. Громче, громче. Не жалей ладоши. Открываем второй дыхание. Продолжаем. Зажигаясь. Все вместе. Одним же выбором. Thank you.
цветет новыми красками. Ура! Громче! А кому за нашу сказку вам помогали? Морская Лиса Ульяна, Белая Поляна, Никита Белухи, Василиса и Никодин, Черновские Полины, Вася, Муза, Влаша, ну и, конечно, эфирные наставники и друзья Сергей, Андрей и ваш покорный слуга Максимилиан. Спасибо, друзья. Ну и на этом наш праздник не заканчивается. Все, кто желает сфотографироваться с нашими героями или покормить милых китов, или поплавать с ними в обнимку, как делают наши ребята, смотрите. Да и вместе можете оказаться вы здесь и сейчас. И мечта всей жизни станет реальностью. Поэтому не мешкаем, проходим в кассу и выбираем для себя все, что пожелается. Сегодня можно все. Главное, сохраняйте ваши входные билеты. С ними получите скидку 10% в нашей столовой «Анаконда» через дорогу от вас. И не понравилось? Да. Обалденно, да? Ага. Да. Тебе, Ром, понравилось? Да. Что понравилось? Как они прыгали вот так, крутились.